Анимированный пар для Adobe Muse. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке вы научитесь делать вот такую горячую чашку кофе. У нее идет анимированный пар. Эту обалденную анимацию превосходно будет использовать на каких-нибудь лендингах. Соответственно, такую анимацию мы будем делать в программе Engine Animate. Сейчас я перезагружаю страницу. У нас так выезжает чашечка и выезжает слово кофе. Но самое главное, здесь у нас идет обалденный анимированный пар и выглядит очень симпатично. Переходим в программу Engine Animate. Создаем новый проект и ширина 242 на 528. Под этим видео в архиве я приложу уже свой готовый проект, где вы сможете взять дополнительные материалы. Итак, перебрасываем все файлы, кроме вот этого файлика. На прозрачном фоне у нас идут фрагменты, то есть кадры нашего пара. Мы будем делать из него покадровую анимацию, чтобы получить такой эффект анимированного пара. Итак, выставляем пока наши фрагменты. Этот слой у нас выше. Его не обязательно было отделять. Я сначала хотел его тоже анимировать, чтобы он у нас крутился. Но в данном примере это сделать не получилось. Чашка кофе на самый верх. Можно прибавить. И также размещаем нашу надпись кофе. Итак, мы разбросали наши картинки. Теперь давайте добавим PNG картиночку с нашим паром. Но добавлять мы будем через файл. И вот это вот предпоследнее импорт, вот это вот слово, кликаем и ищем наш пар. В папочке открываем. И сейчас здесь мы будем производить кое-какие настроечки. Здесь достаточно тяжело, вот я сам едва вижу этот пар, потому что у нас прозрачный фон, но просто я уже заранее определил, что у нас идет строк 6, это у нас выставляется вот здесь. И у нас теперь получается вот таких вот 6 строк и 4 колонки. Открываем дополнительные параметры и вот здесь ставим все на 0. Чтобы было, не было отступов вот у этих синих полей, да. И также толщину рамки на 0. А вот здесь мы ставим 5. Я просто уже заранее подготовил, определил, что нужно, в общем, здесь добиться такого, чтобы каждый фрагмент, каждый кадр нашего пара попадал вот в эти синие ячейки. То есть каждый фрагмент в каждый вот свою ячейку. То есть чтобы он не залазил за края. И в одной ячейке не было видно сразу два кадра нашего пара. Только в этом случае у нас с вами все получится. Так, здесь даже, наверное, 7. Так, выставляете, значит, также вот все параметры. Рядов, значит, 5. И расстояние вот этих ячеек здесь ставим 6. Как раз здесь я посмотрел, получается нормально. Каждый фрагмент в своей ячейке. И еще один FPS, скорость смены кадров. 24 это очень быстро, здесь конечно можете поиграться, но я определил, что вроде 15 это лучше всего. То есть чуть помедленнее, чем 24, а то получается прям как будто пожар. Очень быстро сменяются кадры при 24. И нажимаем потом кнопку вот этот, импорт. И у нас появился вот здесь вот символ в блоке Library. И мы просто этот символ перетягиваем к нам сюда в рабочую область. Вот мы его видим. Можем зайти внутрь символа и нажать play. И посмотреть, у нас уже рабочий дым, да? Рабочий пар. Здесь вот они автоматически прописались, наши кадры. Здесь больше ничего не нужно делать, как только нам ее зациклить. В конце анимации нажимаем триггер, playback, play и два раза кликаем по символу. Все, закрываем. У нас теперь будет цикличная анимация, да? То есть он будет бесконечно идти. Все, отсюда мы выходим. Обратите внимание, когда я создавал пар, вот сюда, вот чтобы у вас все было выключено. Вот эта вся анимация была вот так выключена. Вот так. И теперь осталось нам этот пар
разместить там, где вы считаете, что он лучше будет смотреться. Так. И чашечку можно вместе с этим дымом заключить в еще один символ. Convert to символ. Окей. Заходим в символ. И у нас с вами эта чашечка с этим дымом, у нас выезжает она по задумке. Слева. Теперь включаем анимацию, выбираем какой-нибудь эффект. Двигаем наш ползунок. И все это дело мы с вами двигаем вперед. Все, у нас анимация прорисовалась. Вот так вот выезжает чашечка. Выходим из символа. И нам осталось анимировать кофе. Надпись, да? Также ее наверх. Можете символ создавать или можете прямо здесь. Выделяйте здесь ее на панели. Также определить время. То есть я сделал так, чтобы вот чашка вылетела, а только потом вылетала надпись. И также стрелкой на клавиатуре двигаем. Все, анимация у нас прорисовалась. Теперь Ctrl-Enter и посмотрим, что у нас в браузере. И вуаля! У нас с вами все получилось. Кофе только можно чуть повыше поднять надпись, да? Или чашечку чуть опустить, чтобы не закрывать нашу прелесть, наш симпатичный вот этот пар. Ну и вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать вам в этом уроке. Казалось бы, сделали немножко действий, да? А получилось у нас очень даже неплохо. И тем, кто подзабыл или не знает, да? Файл, Save As, сохранить как, а потом... Вы кликаете вот здесь вот Publish Setting. Оно пока у нас погашено, потому что надо сначала сделать сохранение, да? То есть я сейчас перейду в свой проект. Вот Publish Setting. Здесь выбираем Animated. Вот этот второй пункт. Ставим здесь две галочки, как-нибудь обзываем. Здесь выбираем папку на компьютере, куда вы сохраняете это. И вот здесь Publish. У вас там появится в папке Publish файл OAM, расширение. И этот файл вы перетаскиваете смело в Adobe Muse, да? И делаете там, я не знаю, либо шапку, либо баннер, как хотите. И вот такая фишка уникальная будет на вашем лендинге. Понравился урок? Ставьте лайк. Хотите лучше изучить эту замечательную программу Adobe Engine Animate? Ознакомьтесь с моим пошаговым видеокурсом для начинающих «Анимация с нуля в Adobe H Animate». После прохождения данного курса вы получите потрясающий результат, потрясающие знания. Будете уметь делать уникальную анимацию, и ни один виджет не сможет повторить того, чему вы научитесь в моем видеокурсе. Сейчас вы ссылку видите на экране. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!